Сковородка. Какая из сковородок? Челку не челками прицепились к моей челке. Я люблю тебя, Надя, да? Я тоже люблю Юль. И Юлю люблю, и Мишу люблю. Вам не нравится моя челка, что ли? Обязательно найдется кто-нибудь, который придет и напишет, у тебя челка кривая, у тебя ее вообще убери, обстриги там еще что-нибудь. Я же вам не говорю, что у вас там неправильно, не криво обстригли. Бешеный? У меня бешенство, что ли? У меня бешеные глаза? Я похожа на бешеную? Имя у девушки есть Саша. Саша, вы у меня уже были на стриме. Надя меня зовут. Все. Миша сейчас завалит своими вопросами о любви. О, давайте, да. Что такое любовь? Как вы думаете? Ну, в чем для вас заключается любовь? Челка-бомба. Огонь. Так, давайте, ребят, ругаться не будем тут, да? Привет, вовсе не похож на ту, которую вы сказали. Очень приятно. А, про бешеную, да? Значит, ты красивый, спасибо. Да, ты пишешь, что я тебя люблю. Ох, все, не ругайтесь. Ну-ка, не ругай. Я не люблю, когда мне на стриме ругаются. Прекращайте. Нельзя. Баста. Сколько мне лет, я не сказала. Да, 34 года мне. Я ж... Миша, все, мальчики, перестаньте ругаться. Красивый, спасибо. Перестали ругаться быстро. То я вас сейчас всех спать отправлю. Это привычка. Любовь — это жертва? Интересный такой ответ. Так, все, кто-нибудь из двоих вас, переставайте, прекращайте ругаться. Ты еще по азербайджану? Не знаю, я азербайджанский, нет. А, ну если жертвовать надо чем-то ради любви, сейчас соглашусь, жертва, то так, такое ощущение, что ты себя в жертву приносишь, когда выходишь замуж или женишься, что для тебя это пипец. Жертва прям. Все, я поняла. Ну не с собой это не так, а чем-то еще соглашусь. Да хорошая, конечно, хорошая. Я похожа на нехорошую, что ли? Ну, типа того, ну да. А то, когда говоришь, что просто жертва, то это как-то прям звучит. Жертва, о боже. Нет. А ты поможешь мне найти девушку? У меня, к сожалению, почему-то на стримах вечером очень мало девушек. Надо было заходить днем, я бы тебе там предложила, ну, девушку. Может, кто-нибудь бы на тебя запал бы, так скажем.
О, пошли семейные разборки. Где это ты был со мной не согласен? Так, Юля наезжает на мужа. Все, понятно, вижу. Ой. Да. Хабиб, доброе утро. Вот у меня Америка вся в сборе. Модераторы мои, тут подруги мои, друзья мои. Я хорошо, я сегодня прям вообще бомбически себя чувствую. Перегуляла. Надышалась. Красоты насмотрелась. Сегодня еще круче, чем обычно у нас. Сегодня не был ты у меня днем, да, Хабиб? Я просто не видела. Сегодня что-то вообще было очень много народу. Я не видела вообще, кто там проходил. Вот так вот. А Миша что тебе сказал, Юль, за американца замуж тебе предлагали выйти? А, ты только-только проснулся, наверное, только зашел. Красиво, да, вот я говорю, это надо было видеть просто. Ну, камера, наверное, все равно настолько не передает, как вот. Он пишет, Миша пишет, Юль соглашается.